Древнее село Михайловское в 60 километрах от Одинцова. 140 лет здесь стоит каменный храм в честь Архангела Михаила. Ранее, более 200 лет, на этом месте была деревянная церковь. В день святых апостола Петра и Павла божественную литургию здесь возглавил благочинный Одинцовского округа архимандрит Нестор. Петр и Павел – пример покаяния, воплощенная надежда на прощение Господне. В обращении к верующим архимандрит Нестор напоминает: апостолы – свидетели воскресения Христова. Они свидетели. Они знают, что Христос воскрес. Но они не могли спокойно веровать. В принципе, это невозможно. Без того, чтобы не поделиться этой радостью с другими. Чтобы и другие познали истину. Были приобщены к Церкви Христовой. В рабочий день прихожан в храме немного, но абсолютно все – причастники. Отец благочинный призывает верующих следовать апостолам, быть миссионерами, нести окружающим правду о Христе. Сегодня в Михаило-Архангельском храме новый настоятель, правнук святого новомученика Федора Гусева, священник Анатолий Федоров. Впереди большая работа создания воскресной школы. Места здесь небывалой красоты, и храм словно огромный красный корабль плывет среди михайловских полей и лесов. И пережил он многое. После революции храм закрыли и, слава Богу, не взорвали. Его не разрушили, он просто стоял, был в кирпич. То есть, если, допустим, выйти на сайт, там видно, что фотографии старые есть. То есть он не был разрушен, храму очень повезло на самом деле, потому что он не был разрушен. Его восстанавливали, вот облицовку внутри, но здесь было зернохранилище. В 1937-м арестован и расстрелян местный священник Парфений Грузинов. Сегодня он в Сомне новомучеников, а лик на храмовой иконе. Уже в 1993 году в храме случится пожар, который уничтожит все внутреннее убранство храма. И все-таки первое богослужение состоялось на Пасху 2000-го. В храме восстановлены пределы в честь Архангела Михаила, Боголюбской иконы Божией Матери и во имя благоверного князя Александра Невского. Храм старый. Здесь святых много лежат, могилы здесь вокруг храма. У церковных стен могильный памятник благотворителю храма. И, похоже, сегодня появляются его последователи. Юный михайловский прихожанин Иван делится своей заветной мечтой. Чтобы больше денег зарабатывать и отдавать их на строительство храмов. Мечта сбудется. В дальнейшей перспективе роспись и восстановление исторического облика церковного здания. Но сейчас важнее другое. Сейчас самое необходимое для нас наладить отопление в храме, потому что отопление осуществляется дизельным топливом, нужно провести газ и сделать газовое оборудование, потому что очень много уходит средств на то, чтобы отопить дизельным топливом храм зимой. Ольга Винтер, Одинцовское благочиние, телекомпания «Одинцова».